Так, ничего. Тут нам помогут. Скоро все это останется в прошлом. Мы на месте. Итак, всем привет. Какой страшный дом я видел. Точно поможет? Какой-то ужастик теперь начнется. А мне тут не нравится. Я бы остался с Ральфом, если это было возможно, конечно. Но там кто-то есть, да? Здесь ничего нет? Вроде бы ничего. Звонок? Нет? Да. А давай выйдем отсюда. Алиса? Нет? Нет. Ладно. Вы Златко? А вы-то кто? Мне сказали, вы поможете. Не знаю, кто вам сказал. Вы тут не по адресу. Извините. Стойте. Нам очень нужна помощь. Ага, увидел девушку маленькую сразу. Войдите, да? Старый заразный какой-то. Проходите, не стесняйтесь. Думаешь, какой старый дом? Очень даже сказал старый. Но. Лютер. Будь любезен, помоги дамам раздеться. О, не пугайтесь этого большого парня. Лютер — андроид, которому я когда-то помог. Вместе нам веселее в этом мрачном старом доме. Нифига ты, Лютер. Прошу вас, располагайтесь. Как вы обо мне узнали? Мы встретили андроида, он сказал, вы поможете. Ясно. Ты девиант? А она что? Она человек. Вам надо в безопасное место, где вы начнете новую жизнь. Слыхал, Канада очень хороша в это время года. Там чудная природа, такие просторы, чистый воздух и нет законов об андроидах. Идеальное место для новой жизни. Да, мы об этом и мечтали. Конечно. Я вам помогу. Но сперва необходимо извлечь трекер. Трекер? Да. У всех андроидов внутри есть трекер, чтобы отслеживать их перемещение. Мы его извлечем, и вы вздохнете спокойно. Идемте. Прошу за мной. А девочка может пока подождать в гостиной? Нет, она везде со мной. Как угодно. Ну, музыка. Пойдем. Все, что нужно, у меня в подвале. О, подвал, да, конечно, подвале. А я могу немного не идти, вот. Я немного
Не хочу туда. Блин, он такой большой, вот этот... Вот этот черненький. Это интонация разговора, это все плохо. Что? Что тут? А я что должен тут увидеть? А я ничего не вижу. Книги. Рисование. Это что? Непонятно. Одна белая книжечка есть. Вот это что-то тут интересное, но, наверное. Ну ладно. А я могу убежать? Или немного посмотреть тут? Окей. Я понял. А ты чего? Ничего не будешь мне говорить или... Подвал. Ненавижу подвалов. Подвалы всегда опасные. Мне не нравится этот дом. Мне тоже. И он тоже. Я боюсь. Давай уйдем. Знаю. И мне он не нравится. Будем осторожны. Ой. Вы уж извините за беспорядок. Мне нужно было укромное местечко для работы. Удаление трекеров противозаконно, так что комфортом пришлось, конечно, пожертвовать. Что? Надеюсь, девочка не испугается? Нет. Нет, все нормально. Хорошо. Сюда, пожалуйста. Что там? Я ничего не вижу. Где? Колодец. Нифига у тебя оборудование. Ты не могла бы встать сюда? Ух ты. Я бы сказал, ух ты. Ух ты. Должен предупредить, это может быть неприятно. Ты знаешь, что странно? По каким-то непонятным причинам трекеры у девиантов просто перестают работать. Потому их так сложно найти. Так что, на самом деле, удалять трекер нет необходимости. Что? Ну, вы сказали. Да, да. Люди легко верят в желаемое. А вы, девианты, и вовсе наивные. Приходите ко мне в твердой уверенности, что я помогу. А я вас перезагружаю и продаю. Или оставляю себе для экспериментов. Нет! Нет! Не надо перезагрузки! Пустите! Кэра! Я же забыл об этом ребенке. Запри ее. Я потом разберусь. Алиса! Алиса, нет! Надо же. Девиан хочет быть мамочкой. Это так мило. И такой бред. Пора уже избавить тебя от страданий.
Вот к чему приводят мечты. Эта дорога всегда одна. В яму разочарования. Поверь мне, будет лучше стереть из твоей головы эту глупость. Не будет боли. Не будет разбитых надежд. Можно позавидовать. Кэра! О, бедная ты малышка. О, похоже, мамочка позабыла, кто ты такая. Мамочка тебя будто впервые видит. Кэра, что он с тобой сделал? Ну ладно, хватит, пошли. Ты кусаться? Ну, я тебя поучу, манера, маленькая дрянь. Кэра, очнись, Кэра! Приходи в гостиную. Ну, давай. Что-нибудь придумаешь же. Найти способ сбежать. Вот, конечно. Давай смотрим. Нажать. Что еще? Вызвать короткое замыкание. О, вот это по-нашему. Замыкание это хорошо. Что еще тут? Есть что-нибудь еще? Не удалось. Ладно, давай. Ну и что ж с того? Надо поскорее думать, вот как-то мне не очень-то... Что? Поговорить с Лютером в гостиной. Не понял. Мне что, стерели память уже? Все? Странно. Это. Идем, Алиса. Нет, не стерли. Что-то есть. Что тут? Помоги. О, боже мой. Помочь. Ну ладно, я помогу. Он стер ей память. Нет, этого не может быть. Ты должна вспомнить. Ради нее. Он любит с нами играть. Создавать монстров просто для забавы. Но кто настоящий монстр? Посмотри, что он сделал. Ты должна вспомнить, кто ты. Или маленькая погибнет. Да уж. Ну еще раз покажи себе.
боже мой. Ну ладно, идем. Страшный дядька. Очень. Ну и ладно, я тогда пойду в гостиную. А может мне притвориться, что у меня память пропала? Ну, что застыло? Посмотри на себя. Ничего, вспомнит, вспомнит. Да, и книги вот это ты смотрела. Только я не понимаю, зачем мне это смотреть. Окей. Ну, еще я тут смотрел. Ну, давай. Нет, ничего не происходит. Ой. Ну, Лютер, или как там тебе? Никого нет. Только он один. Ужин хозяина готов. Отнеси ему. Да, Лютер. А где этот ужин твой? А, вот, тут, здесь, да. Ну, я хочу посмотреть немного. Ты не против, Лютер? Значит, у Лютера тоже стерли воспоминания. Надо проверить, есть ли другой выход. Нет, нету. Выход только один. Вроде бы. А что тут? Курица, галеты. Это еда? Вам надо в безопасное место, где вы начнете новую жизнь. Да, Киара, она домохозяйка, она умеет это делать. А дверь заперта. О, еще есть одежда. Чуть не забыл. Располагайтесь. Ага. Мы пришли. Да, заперто. Но заперто изнутри. Ключ же не нужен. Почему так тогда? Не понимаю. Еще раз посмотреть на себя. Нет. Хватит. Идем этому толстому дядьке. Спокойно. Как много дверей. Одно, двое, трое, четыре, пять. Шестое, тут дверь. Поставь это вон туда, на стол. Сейчас. Боже мой. Нож. Противный чувак.
Ну идем, идем. Убери эту душу. Свали там, за дверь. Удрала, не сказав ни слова, тварь. Спуталась с каким-то недоноском, бухгалтером, шлюха! Ты меня слышишь? Да, Златко. Лютер! Лютер! За дверью. Где эта дверь твоя? Да, Златкая. Мне тут еще минут 10 осталось. Потом гляну, на что мелкое сгодится. Я понял, Златкая. Приведу девочку через 10 минут. 10 минут. Десять минут? У меня что, 10 минут? Кто эта девочка? А ты кто? Ра-9. Алиса. Да, вспомнила. Давай. Где она? А ты можешь говорить? Нет. Что тут? Нифига себе, медвежонок. Открыть клетку? Черт. Постой-ка. Открыть клетку. Блин, ну давай попробую я. Открыл. Что дальше? Есть оружие? Оружие. Ой. Простите. Что ты тут делаешь? Хозяин разрешил тебе быть здесь? Надо всегда повиноваться. Вот. Что ты делаешь? Ты не выключишь меня? Нет. Нет. Нет, не выключишь. Да пошел ты. Это что, живая сигнализация была? Где она вообще-то? Я не понял. О, черт. Он спит? Спит. Ну где же она? Да мне нужны твои бумажки мне сейчас. Отвали. Девочка, где же она? Не тут. Боже мой. Где я вообще? Про... что? Не понял. Это как? Огонь. Ну где же Лиса вообще-то? Я не понимаю. Последняя дверь. Вот она. Алиса. Кэра. Кэра, ты меня вспомнила. Разве я могу?
могу забыть. Прости меня. Ты была права, зря мы сюда пришли. Надо спасаться. Иди за мной, только тихо, ладно? Медвежонок. Огонь. Что еще было? Лютер! Давай сюда. Да, Лапка. Я закончил. Тащи сюда мелкую. Слушаю, Златка. Златко! Что? Девочка сбежала! Не могла же она исчезнуть. Но прячется где-то. Чего встал-то? Ищи давай! Где он? Вот он. Не отпускай. Иду. Все, можно? Надеюсь, что да. Взять. Они нас ищут, надо бежать, пока не поймали. Взять. Что мне с этим делать? Поджечь. Давай поджигаем. Почему бы и нет? Скорее, сейчас придут. А чё всё в дыму-то? Лютер! Да у нас дом горит! Лютер! Вот пизда! А куда мне пойти? Я не понимаю. Давай туда. Алиса! Беги, беги! Нет, я тебя не брошу! Беги как можно быстрее! Дерьмо. Я предупреждал! Мечты всегда ведут в яму, а ты не послушала. Ты что делаешь-то? А ну, пошел прочь. Нет. Теперь нет. Я сказал, пошел прочь, пока я в тебя дыру не проделал. Да как ты смеешь? Ух ты, зомбики! Как ты смеешь? Это еще что? Вас кто выпустил? Не трожьте меня! Не трожьте меня! Повинуйтесь! Я ваш хозяин! Я ваш хозяин! О, боже мой! Ужас. Хотел этого. Моя программа была подчиняться. Но увидел, как девочка рискует, спасая тебя. И у меня как будто впервые глаза открылись. Я наконец прозрел. Понимаю, у вас нет никаких оснований мне доверять. Но я знаю, кто переправит вас через границу. Я вас отведу. Буду защищать вас. Тебя и девочку.
Ладно. Я тебе верю. Ну, конечно же. Как же не верить, кто спас тебя от пули? Я так боялась тебя потерять. О, Мишка, привет.